В Душанбе в государственном учреждении Кохи-Борбат открылась первая специализированная выставка сельскохозяйственной техники «Российско-таджикский день поля 2021». Эта выставка, инициирована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, проводится впервые с целью демонстрации новейших возможностей российских производителей в сфере пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также расширения поставок специализированной техники на рынок Таджикистана. Российские производители готовы нарастить поставки сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельхозпродукции в Таджикистан. Однако решение этой задачи требует комплексного подхода и привлечения к процессу государственных и ведомственных структур России и Таджикистана, лизинговых компаний, российских и таджикских финансовых организаций. В программе выставки запланированы встречи с участием представителей Министерства промышленности и торговли России, посольства и торгового представительства России в Таджикистане, Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития Таджикистана, Торгово-промышленной палаты Таджикистана, а также ведущих игроков на рынке лизинга и сервисного обслуживания сельхозтехники и других. В нашу ассоциацию входят компании, которые производят сельскохозяйственную технику, строительно-дорожную технику и оборудование для пищевой промышленности. Для нашей ассоциации и вообще для России очень важно, чтобы российская техника покоряла просторы не только Российской Федерации, но и всех наших дружественных стран и республик. И поэтому одной из целей создания этой выставки, которую поддержало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, торгпредство России в Таджикистане, это показать те новые достижения в сельхозмашиностроении, которые у нас сейчас есть в Российской Федерации. Соответственно, новая техника, новое оборудование – сейчас достигли той точки совершенства, что мы можем конкурировать с любыми мировыми производителями и показывать эффективность работы нашей техники на полях в любой стране. Соответственно, для нас очень важно, чтобы сельхозтоваропроизводители Таджикистана увидели то, что сейчас производится в Российской Федерации. Мы приглашаем их к нам в Россию, на наши заводы, на наше производство, для того, чтобы показать, какую технику мы сейчас делаем. В рамках Российско-таджикского дня поля 2021 проводятся презентации продукции российских участников, а также встречи, которые позволят участникам аграрного рынка установить новые бизнес-контакты, обменяться опытом. Зумрад Файзиева, Рано Азизи, новости.